Здравствуйте всем. Мы называемся «Четыре психотипа». Мы исполним для вас несколько композиций. В стиле рок, да? Самое гиблое место на свете есть у меня внутри. Там не кричат петухи на рассвете и не горят фонари. Там я шагаю под серым небом, сзади придет конвой. Делаю, делаю, делаю дело, веду себя на убой. Но слушай мой радостный крик, из самого гиблого места на свете я поздравляю тебя с тем, что жизнь не кончается смертью. С праздником, с праздником, с праздником. Рвет якоря во мне. Там перемешан дождь и ветер, больше ничего нет. И пьяный кормчий рожи корчит, в трюме спит капитан. Но кто-то глядит, по волнам шагает, может быть, это к нам. Так слушай мой радостный крик, из самого гиблого места на свете я поздравляю тебя с тем, что жизнь не кончается смертью. С праздником, с праздником, с праздником. Thank you.
Нашего рок-коллектива. Thank you.
сердце у тебя. Возле сокольников ты превращался в алкоголика, сказал, что все в дух куда-то делись. Драконы взлетели, бездна разверзлась. Сказал, что жить стало невыносимо, а я шел домой. С дочкой и сыном рядом был припаркован автомобиль. Ты прости, что я тебя не спросил. Расскажи, о чем кричит тревога твоя. Расскажи, о чем молчит надежда твоя. Расскажи, о чем твоя безумная боль. И разреши побыть с тобой. И разреши побыть с тобой. И разреши побыть с тобой. А еще через год мне сказали, ты умер, я вспомнил ту встречу. В прошлом июне твой голос по попу слова взгляд. И то, каким ты был 20 лет назад. Из нас, крикунов, ты был самым тихим. Ты пил с гопотой и читал стихи. Человек, который со мной тусил. Ты прости, что я тебя не спросил. Расскажи, о чем кричит тревога твоя. Расскажи, о чем молчит надежда твоя. Расскажи, о чем твоя безумная боль. И разреши побыть с тобой. И разреши побыть с тобой. Не знаю, может, у вас тоже так было, у меня, по крайней мере, было. Когда мне было, наверное, лет там 18, 20, 25, 30, может быть, или там чуть больше. Было какое-то ощущение, что ну вот надо там поднажать, там, и ты станешь каким-то самодостаточным, совершенным, очень клевым чуваком. Там надо медитировать, заниматься чем-то, чем-то, чем-то. Ты будешь развиваться, и ты будешь каким-то совершенно вот классным, таким вот достойным просто любви, внимания, какого-то восторга. Надо только вот как-то постараться, да, вот что-то такое надо с собой сделать, что-то такое, ну, какое вот, и ты просто будешь прекрасен. Я вот вспомнил, что я в этом месте был 20 лет назад, здесь был концерт Ольги Арефьевой, и я там танцевал в зале, где он сейчас, я думал, блин, я хочу тоже на этой сцене быть таким же классным, да. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что, ну я понимаю, что сам по себе ты какой-то, как бы какой-то недособранный конструктор. Ну что-то, в тебе какой-то разлом, я не знаю, трещина, какая-то сломанность. И ты сам себя не можешь собрать. Но когда ты встречаешься с другим человеком, когда ты как бы ну, внимателен, когда вы разговариваете о чем-то, когда вы слышите друг друга, смотрите друг другу в глаза, помогаете друг другу, как будто что-то происходит. И как будто бы вот это вот несовершенство, недособранность, как будто она прекращается. То есть мы нужны друг другу для того, чтобы вот быть дособранными. Вот эта песня, она совершенно реальная история. Действительно, я шел в левом парке в Сокольнике, встретил чувака, которого до этого много-много лет не видел. А я был увлечен своей жизнью. Я там шел с детьми, действительно, у меня была машина, там какие-то планы, концерты, там что-то такое. Ну, как бы привет-привет, там все. Я видел, что ему плохо, но просто я был на своей траектории. Ну вот. А
Потом начал до дня рождения, год спустя мне говорят, все, его больше нету. Я говорю, а что случилось? Там все очень плохо. И вот стоило тогда просто задуматься о том, что важнее может быть не твоя жизнь, да, не твое там направление движения, а вот остановиться, как бы сбиться с курса, да, посмотреть в глаза человеку, задать какие-то вопросы ему. Расскажи, о чем кричит тревога твоя. Расскажи, о чем молчит надежда твоя. Расскажи, о чем твоя бездумная боль. И разреши побыть с тобой. И разреши побыть с тобой. И разреши побыть с тобой.
Медленным растением, не спеша, не думая.
спешить. Я не знаю, как ему растется, как оно вершит во мне свой путь, достает ли воздуха и солнца, чтобы его линии тянуть. Верю, что с последнего перона и на призрачный шагнул в отца, под просторной и зеленой кроной я открою глаза. Это случится со мною тогда, когда к порогу подступит вода, когда внезапный свет одеялом цветным накроет меня с головой, и полетит телеграммами весть. Я уже буду совсем не здесь, я уже буду там, где небесный фрегат позовет меня за собой. Спор такой стратегической в группе. Я когда играю сольный концерт, я много говорю между песнями. А вот тут мы решили, что у нас будет такое звенящая тишина, но вот я не сдерживаюсь. Что-то рассказать.
Даже если ты придешь ко мне, даже если снова уйдешь, это превращается в снег, это превращается в дождь. Все наши встречи и слова, твои слезы и моя тоска превращаются в город. Композицию еще одну. Да, да, да.
стоял под синим небом и не знал, куда деть свою жизнь. А может быть, ее поставить в жесткий зажим, а может быть, ее отдалить на строгий режим. И я стоял под синим небом и не знал, где свою жизнь. Ты жал руки в карманах, голову наклонил.
казалось странным, ты не заметил меня. И я позвал тебя, эй, брат, подожди. Ты посмотрел и что-то сжалось в груди. Где ты? Ты не в этих глазах. Где ты? Там только страх. Помнишь, как с тобой мы гуляли вдвоем? Помнишь, был этот город, как распахнутый дом? Среди черных лестниц и окраин лихих мы сочиняли песни и писали стихи. Где ты? Где твой радостный взгляд? Где ты? Возвращайся, брат. Я вчера тебя встретил и не сразу узнал. Ты сказал, тебе нужно на далекий вокзал. Вы смотрите свое отражение.
вся самая страшная наша композиция, а после этого уже катарсис, финал, занавес. Тебя вызывает к себе начальник, гадаешь за этим или за тем. Тебе предлагают зеленого чая и вбрасывают несколько тем, мол, впереди большие проекты, и если то, что называется свой, ты тоже можешь включиться в это, ты тоже можешь встать в этот строй. А все, что ты должен, в общем, пустяк. Просто останься таким, как прежде, но только кивай, кивай ему в такт. Ведь здесь не так уж важно, кто ты и как ты спасаешься от пустоты. Через тебя происходит что-то, через тебя прорывается что-то, через тебя марширует что-то, тебе придавая свои черты. Куда не вернулись, по-прежнему остаются.
и растопить в себе лед, и просто смотреть на то, как течет вода, и перепрыгнуть на плот с берега, где остается старая злая беда, и посмотреть, как устало уходит она. И оттолкнуться шестом от мягкого дна. Плыть по тихой воде, утром умыться слезами, к вечеру стать сильней. Кинуть на дно, как камень, и двигаться все быстрее. Ночью смотреть, как устало нам светит луна, мерно толкаясь шестом от мягкого дна. Гитара. Михаил Матюшкин, барабаны. Павел Федолос, Федосов, голос, гитара. Группа 4 психотипа. Thank you.
тепло все под кожей. Мысль о том, что придется сказать несколько раз, типа, как хочется уехать отсюда. Мысль о том, что придется сказать несколько раз, типа, да вроде бы все нормально, все нормально. Но я хотел бы прийти к тебе, я хотел бы прийти к тебе, я так хотел бы прийти к тебе. Большое. С вами было удивительно, замечательно. Огромное спасибо Тимофею, Лене за то, что этот вечер стал возможным. Всем музыкантам Суверен Бэнд. Спасибо вам. Помогайте музыкантам и клубу, покупайте книжки и диски. Всем хорошего вечера. Спасибо.